Когда мне было 10, родители купили дом в деревне. Все лето мы проводили там. Однажды друг провожал меня домой, мы шли вдоль поля, заболтались, и в какой-то момент я заметила в поле, в тумане, группу людей, движущуюся в нашу сторону. Они не шли, они будто плыли. Но самое жуткое, что в самом центре я отчетливо видела свадебное платье. Я не верила своим глазам и посмотрела на друга. Он смотрел туда же с открытым ртом. Я спросила, что он видит, и на мою истерику...